А у меня какая-то проблема с подключением вот именно к тебе. Я не помню, в чем дело. Ну, пошел ты нахер бы с подключением. Я со Сларком пойду тогда. Блять, как мне нравится у них самая форка. Купил бы иск. А я ботал хочу. Ну, блять, без вардов. Так я варды дал Рубику. Это не значит, что он их поставит. Бля, мидер из меня, конечно... Боже, просто получи седьмой левел и приди гангать. Все, больше ничего не надо. Это не сложно, нафиг. Сейчас же надо импейлом попадать. Пика Леона. У него вот до сих пор таргет. Да, бы я тем более пошел, блядь, Леона в мид и насосал. Это там хорошо, что я до сих пор это, то есть, уже стал переучиться зеленый. Они кидают таргеты практически зеленые. Ну, я кидаю стан по этому. Тенди сет на пудже. О, Лоусон Кинг. О. 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 Ну, нормально, на 3 хп осадил парня. Бля, он своих пытается... Это... Вот сейчас бы мы поедем. Ну, надеюсь, он даун, хотя сомневаюсь, что с тобой дауны попадаются. Какой левел побед? Ебать, у него урона 64. Я надеялся на нечто меньше. Да, морфлинга вообще против морфа нет смысла вообще с Ларком стоять. Он просто, блядь, свои ебучие волны. Когда сеты на Джекира выйдут? Кстати, ты видел сет новый этот на Таурен Чифтейна этого? Я видел. Этот. Добавили в мастерку сет на Чифтейна. Смотрел прикольно тут. Ага, ну, и скажем вордов... так. Блять. Спасибо, Рубик. Ладно. Так, ну ты руну-то видишь же? Руну я вижу. Но. Знаешь, что еще я вижу? Что ты видишь? Расскажи. То, что я не вижу, где пуш на хайграунде стоит. Вот что я не вижу. Я не так это надо помощи. Персональные варды. Да, но ставить. Мне похер на руну. Ты думаешь, я умею контролить руну? С меня мидер, как из тебя... Не знаю. Как кто? Ну, что? Как кто? А зачем ты стрим включил? Ну, там просто поражать. Так сказать, почему бы и нет? Да, надо первым делом сапог купить. Я пока сапог не куплю, куру грейдить не буду. Я к вам. А за нахуй, ты ж не шестого. Не, не вис. Копать, если только копать Сэнкинга. А вы сделаете им? Подожди. Надо их подзывать сюда. Может, морфа? А если сможешь что-то ему предоставить? Ну, прыгнули бы еще, вот было бы клево, если бы кто-нибудь... А у него кончится скоро инвиз. Вот факт, у него кончился. Хоть что же ушел? Короче, пиздец, блядь, говорю, надо Сэнкинга было копать. Верк пришел. Ты уже пришел. Лола, я убил этого. Ну это сейчас трипл килл Куджу. Не отдайся, карапасы там какие-то. А кого убили? Сэнкинга все-таки? Я убил Сэнкинга. Ну, блядь, циркнент гангер, конечно. Но я надеялся на более быструю реакцию со стороны Сларка.
Так ёбаный в рот, эти игры надо было копать с СК, чтобы, блядь, сразу я в него. Ну, надо было подойти к ним, они бы не подумали, что я типа... Ну видишь, клипы ебануто стоят, куда вы, блядь? Да не тебе, Сларку, чтобы он сразу же привязал его. Блядь, корды не могут купить. Нахуй мне Сларк веточку вложил? В итоге пуш пятый, я третий, блин. Ну он-то я, сделал ФБ. И импейли я тоже в этот бог. Съебали в секунду, садишься. Я уже просто тут мечтаю, что в доте вели, блядь, кто курьер купил, блядь, тот им и пользуется. Ибо идите нахуй, просто заебали. И все. Посмотри на этого героя на Морфлинга. В него, его застанешь, он может перекачиваться. Ему что не делай, он все может. Он в спеле кастовать все может. Ну это да, теперь... Просто что это за герой? Апнули бомжа, все, во всех пиках появляется он. Меня прям это вымораживает. Нереально просто. Морфлинг, блядь. Одного, блядь, слова у меня, блядь, блевать тянет. Тебя не выебет там? Да я, блядь. Я иду к тебе. Только я не знаю, что я смогу ему сделать. А все, ничего, ухожу. Я не пойду. Да ЦПшник ебаный, блядь, так и знал, что он баунт. Ну что я могу элементарно. А, стой, я же забыл Морфлингу репорт дать, лол. Ты просто вообще. О, я так обожаю этот звук выданного репорта, вот это. Как будто Акс кому-то в очко засунул топор свой. Шмис. Слышишь? Да. Да, ладно, но... Да ёбаный в рот, ну почему он Сларк постоянно паунсит, когда я это далеко стою, я просто не могу ничего сделать. Ну бля, у вас у обоих, у всех лайнов, а пуш у вас, пуш у вас. Да, я знаю. У меня нету ТПшки. Да, я скорее всего буду сейчас уходить. Те руна? Руну теперь не видно. Ну как, лучше возвращается. Он с руной? Да, походу он с руном. Или нет? Ну, Сларк с ПТшечкой. Бля, что-то я уже заебался сидеть, короче. Че, убьет? А, ты коробку эту произвел? Ну, у меня карабасы не подобрали. О боже, блядь. Я, наверное, варды сейчас... А, варды, варды в кулдаун. Я могу поставить, если хочешь.
Они в кулдауне, их нельзя купить. Вот, я купил себе их, всё. Ну, блядь, гамбит просто не вариант. Чё, пришёл с маками к нам, ебал кого-то. Если спешно, блядь, надо опять попадать чётко всем. Ко мне пришел террор был. Your bottom tower is being attacked. Ради чего? Your bottom tower is under siege. Я бы сейчас на низ с удовольствием полетел. Я на низ полетел. А он знаешь почему кавалер варды в КД? У нас варды вон лежат за вышкой. Где? А вот здесь лежали. Ценил? Я вард пойду поставлю. Он ларка еще. Я ульту кинул, блядь, только не рассчитал. Могли бы, кстати, Марфа убить с вами. Ну мы Марфа и так убили. К вам панда улетела, к вам панда улетела. Бля, террор блейд просто какой-то этот. И просто туда-сюда ходит. Ну, их там трое теперь. Ну, если что, я могу прийти. Ну, а толку-то мы никого не убьем. А у меня морфлинг передислоцировался. У меня аркан сейчас будет. Что, конечно, 12 минут не лучший результат. Их еще надо купить каких-то образов. Лучше вся уронку. Блюзок. Вот поехал. Блять, боже, их путь тоже репорт пошел нахуй, блять, ненавижу тебя, проститутка, блять. Он тебя убил? Да, Дэнди, блять, наплодил ДЦПшников ебучих, блять. Нет, тут еще первый дать был, блядь. Мне похуй. Лучше еще сейчас выебать его. Ну, вот как... Неплохо. Да, я ульту не допустил. Пусть, наверное, думает, ёб твою мать, как я этому ДЦПшнику сливаю? Ну, про меня. Да, я точно так же думаю. Стой, маны дам. А ты аппарат, да? Если какая-то мутка будет говорить, я ульту закину. Только как-то чуть-чуть предугадай вот эти вот мувики, чтобы я заранее швырнул примерно. Я, конечно, слежу за картой, но, блядь, не настолько, чтобы прям успеть. Так, полю, сесть. Вон куч наверху. Но это не мутка. Ну, да у нас тут явно сейчас взять. Драка будет. Я сейчас приду к вам. Скорее всего. Лучше пускай ульту. Вот сюда пускай.
Жал в кого-то? Нет. Ну они все, они уже за тавром по джаму быстро снеслись. Ну я тут пушу пока. К вам лететь? Да, я наверное нужен. Блять. Хуёвая ульта. Верка еще отманцевала, пизда тупая. Ну ты будешь его бить? Забей, уходим. На импел нет маны. У меня тоже нет маны, я уебываю. Ну, у нас вот главный кири, блять, не бесит это верность. Какой там у него террорблейда счет? 4-3. У него сларк почти с оршидом. Блять. Фу ты, мать, путь до сих пор у нас. Идет. На руну контроль. Вон видишь, как у него птицы летают. Угу. Дагер. О, рубит хорош. Сейчас забрали. Цинкинг с тремя ордами. Берем диспэш. Комсон Кинг идет. Как Лёва просто подошел, блять, ласт хит нанес. Даже не с этого. Думал с ульты ударить, а ульта уже кончилась первого левел. Но я его застаню. Попробуй. Хорошо застанил. Ну, ты видел, он отходить начал, как только это пришел. Даже если бы я попал по нему, то я бы не попал по нему. Тут же они... А, вон тоже пришел. Здесь. Мастер, блядь, ТП. Беспалевного ТП. Блядь, он у меня катается, сука. А че, давай его ебем их. Не-не-не-не. У них вард стоит вот здесь вот. Он меня видел. Блять, пуш сурной. Идет к вам. Я портуюсь к вам тоже. Маны дам, если нужна. Подойди к тавару. Ну. Спагойся ты. Только спагойся ты. Я на разведку. Блять, пуш. И мор, все там. А, это Верк и Сент Кинг. Проститутка, блять. Разрушите просто все его копии, ёбаные. Ну, дамага не хватит. О, смотри, лучше. Дайте отойти ж мне. Мана 15. А, лол, получится что ли? А, нет плана. Да блин, ка 150 не хватает, так бы прыгнул из них. Тавр, давайте снищем. Рубика отпиздили. Дашь хилин тач? Смотри, че я могу. Манда ебанул, да пошла ты нахуй, блять. Мансит еще от моих культов, блять. Как бы давай. Сейчас сразу. Да что, давай, нет мне нихуя. Ладно, тогда уходим. Маны дам. У вас лап хп имеется? Он, по-моему, вообще ничего не в состоянии сделать.
Ты не хочешь туда идти? Да пиздец, пиздец, я не знаю, я, блядь, герой туда-сюда отправляю, хуй пойми зачем. Они там все в лесу. Сварк не выжил. Хорош. За... Да. Но она не умрет. Думаешь, нет? Ты, а, ты не попал, ты только зацепил этим шлейфом. Треком зацепил. Я думал, попал. Блять, посмотри, куда я телепорт делаю. Вот. Хорош. Сюда вот. Я просто ебал сегодняшний день. Все настолько хуёво сегодня. Не знаю, сегодня вернулся. Идок. И смотрю, тут сильно ничего не изменилось. It's probably nothing to worry about. Карта в Хардстоуне соло. Использует педаль боевика и возвращается в бой, после каждой финансовщины получает маскировку. Закинешь ульту в эрку? Могу, но такое себе. А, не, лучше в пуджа. Кидаю, кидаю. В эрку, в эрку. Так ты поп... Я косоногий, я поздно прожил. Я понял. Your middle tower is under attack. Да, I know it's not a plate of nachos or anything, but it is important to the game. I speak without voice. My words into the mind, but not the ear. Сларк. Сларк, а, он Сларчик кинул. И не Сларк, тут где-то пуш был в инвизе. Так, а на Сарчида не умрет, что ли? Блять, этой Верки просто так прет. Сларк еще этот тупой Роги. Стою перед ним, нет, не имется. Непонятно, что я собираюсь из Вендетты нападать на Верку, который соло стоит. Я лучше отойду под Тауэр, это мне страшно. А, лол, теперь же маны не требует блинка. Почему я только хочу получить 11 левел, блядь, как это хуесос постоянно приходит, блядь. Какая-то собачка. Да вы заебали, блядь, свои веточки вкладывать, идите нахуй с ним. Your bottom tower is under attack. Че, не видно? А, у него же руна инвиза, он где угодно может. Your bottom tower is being attacked. Вон он. Your bottom tower has fallen. I can't even begin to describe how badly you've screwed this up. Or wait, I just did. Слаг скади фарм. Если ультанешь, я запрыгну. Брюс даггером. Я тоже. Вопрос, у кого реакция лучше. А, я тащу, думал, культанул сюда. Так, еще. В центре у них стоят, скорее всего, тут. Чё, я слетаю? Ну, попробуй. Шикарно. Они втроём, ну так. Ну, гоу пиздить, Тауэр, чё. Давайте, пиздите, я на морфаза лечу за стань. А он уже перекачивает. Не, не включит. О, получил. Я получил его? Получил. Все, кто сейчас рядом, Верка, если получит. Натянет повершот. Да, я вот так вот еще. Я карапасы. Ага. Чё, я за... я схвачу? Я хотел схватить. Вы решили идти все. Чё, давайте пуджа. Ну если что-то сделаешь, убиваем. Yeah, а вот так вот делаю. Я пойду и себе point booster куплю. Point booster. А кто там зеленый, думаешь? Пуш возвращается. Boy, fresh mate!
блять. А где остальные, я не пойму. Рубик. У него все обилки не на КД, он, блять, уходит просто так пешком. Террор Блейд в драках не участвует, только парни Саша Яша и что это еще будет у него? БКБ? Надеюсь, БКБ. Блять, я просто какой-то долбоеб сегодня, нахуй. Нельзя играть. Я фиш видел тут же раз 5 уже, нахуй. Просто так отдался. Чем мне, блять, больше всего, блять, больше всего напрягает, что этот долбоеб с эти деньги играет, блять. Продай его, нахуй, обратно. Морфи всю ману проебал на перекачку. Сейчас с него напасть. Ну смотри, у них артефактов-то нет. Ну да, блять, сейчас морф какой бутерфляем выйдет, но пиздец. Да, как насчет догона? Валерка как будто меня дразнит, блять. Это просто, если я сегодня косоногий, я бы уже ее раз 20 убил, нахуй. Гост, я думал покупать, нет смысла. Бля, кину в нее ульт, может убью. Вер? Да. Нет. Очень медленно, шарик. Она меня за долбоеба считает, блять, и все по делу, нахуй. Я просто сегодня ничем не способен попасть. Боже, добейте ренжевых крипов, которые хера читала. Шоу куджа. Чем настолько наглой рожей надо быть, что, блядь, бегать на 100 хп, блядь, когда знаешь, что у противника аппарат есть. Это просто пиздец. Ну ты же еще себя никак не проявил в этой игре, вот она тебя не боится. Нет, это просто какая-то наглость, нахуй, блядь, бегать вот так вот ебалом торговать. У них кто-то манта сейчас будет или линка. Вот настоящий. Ой, меня пиздят. А что ты там делал, соло? Чужом носу. Куру ходил, убивал. Думал, с челентачем успею. Да нет, меня, блядь, Сент-Кингс там въебал. Настоящий путь на меду. Сука, лучше бы подрался с ним. Бля, ну это просто атака. Я до сих пор не 11 левел. 20-30 минута игры почти. Опять долбоёб гейминг включил. Я не понимаю, где мы? Это не нас. Вот это настоящий. Вот, пошли. Все, он, блядь. Посмотри на этого пуджа. Это был байт на аппарат. Байт на ебаната, я бы сказал. Пиздец, блять. Я не представляю, насколько, блять, он охуевший, блять, что. Ну пиздец, он такой хуй заебашил мне просто в табло. Причем как он мог видеть, куда ухожу, если я мансил вот по этим вот елочкам, да, вот так. На вот. Это... Так вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как это все происходит? Так и происходит. Кидают на верочку, попадают. Да мне похуй, на чем там кидает, блять, хули он меня попал, меня интересует очень. Да блять, опять я дабл кликну, пиздец. Дагер, мастер дагера. Самое смешное, что мы вчетвером на него напали, он тебя еще чуть не убил, блять, лучше. Повезло, что там брошит кинули, он бы меня столько нажал жрать и все убил бы. А он не начал тебя ждать? Рашид же, говорю, кинули. Он, значит, дедспешник? Рашид кинули. Он, значит, дедспешник, он после хука не успел ни через шифт юзать этот фильм. Если бы он через шифт юзал, то... Боже, да зачем? Почему вы вечно в это? Сейчас, если по четверым попадешь... Поэтому попал. Не умрут. СК 130. Все выжили. Ну, если бы ты попал, можно было подраться. Но у нас опять от Рубика нету.
Мы не можем в пятером просто собраться. Ну и Сларк наш, видишь, ты играешь не керри, у нас керри долбоёбы. Ты играешь не саппортом, и саппорт долбоёбы. Уходи, уходи, не хочу не хочу. Ой, я хорош. Инпа его промазал. Попал? Да. По кому? Он, скорее всего, умрет. Да. Вот, минус один уже, можно драться. Да мне просто надо пристреляться, я что-то пиздец. Я сегодня говорю, я кривой, блядь. Это вот мы просто вообще не контролируем карту. Просто ноль. В смысле не контролируем? У нас есть вижен, но у нас нет контроля карты. Мы зажатые, пиздец. Одна верка не стоящая. Да опять вы ушли, ёб твою мать. Просто жесть, ходите в... Да это, блядь, твоя еще давняя проблема, блядь, то, что ты куда-то врываешься, а все ушли уже давно, ты на карту посмотри хотя бы. Их двое, максимум трое, мы впятером идем по своему лесу. Зачем? Чего ты мне так говоришь? Я-то ульту кину, от меня только ульта нужна. Ну надо же идти. Давайте в этого пидораса, он опять в нашем лесу. Он за мной пойдет. Ну убьем его. Да куда ты идешь, Сларк, блядь? Хватит клацать, блядь, бесит. Да, блядь, я хочу убить его. Ты же сам хочешь убить этого спеша. Да никого не хочу убивать, нет, блядь. Поймайте и кидите, я кину ульту, все. Ну, он с блинка уже ушел. А он блинк юзал в меня, он хотел догнать. Yes. Он что, руны что ли, что ли? У него вроде бы не знаю, что кинь его уйту, что ли? Нет. Ну, ты тоже долго думаешь. Че, это не настоящий даже был, о чем? Настоящий это был. Да хули вы ждете, могли поймать его, ну... хоть чем-то. Я бы прыгнул, я бы из-за этого... Ну, но... я бы, вот когда и бы, и тогда и а я. Толку-то? Ты промажешь потом ультой, если мы не убьем его. Надо до замеса попадать ультой, чтобы мы были уверены, что он не отхилится. Вот сюда он пошел, ну давайте убьем его, ну ёб вашу мать. Ну так делай что-то. Я не убью Пуджас! Ладно, делаю. Ебанутый стан, дай в него и все. Сделал, блядь. Стан, дай, и чё, и Рубик с аппаратом убьют Пуджа? Да все, можешь ничего не делать. Иди фарми. Догоны там, что ты хочешь фармить. Догоны, блядь, я не могу даже первый догон дофармить в такой игре. Да просто пиздец, самый нерешительный керри, нахуй, Саша Яша и этот, блядь, у него. БКБ собрал, а юзать его кто, блядь, будет? Юзать в драках надо. Ну идите, что-то вы уже делаете. Чё, ты хочешь, чтобы я ворвался? Да никто тебя не просит. Вот в него попадёшь, ультой? Нет? Он на месте стоит. Нет, ты хуй забил, да? Не то, блядь, знаешь, смех долбоеба. И в итоге вы отдались. Да идите нахуй, отъебитесь от меня уже. Почему ты не сдал сейчас ульту в этого, скажи, когда я просил? Потому что не хочу, чё я... Ну окей, нахуй тогда мы на скайпе сидим, если ты не хочешь делать, что я хочу, блядь. Your middle tower is under attack. Bad news for the fans of towers out there.
Просто пиздец, блядь, кошки-мышки играем, и никто не фармит. Сам фармит начну. Чем пытаться, блядь, драться с вами. Ну вот, они все внизу. А мы что, мы все на мид перетягиваемся, значит? Your bottom tower is under attack. Jackie Leggett, I run. Самая, блядь, терпильная игра просто. 36 минут нихуя, вроде бы 40 фрагов, но, блядь, они такие все уебищные, 40 фрагов. Просто, блядь, позор какой-то. Бля, давайте подеремся на миду. Let's fight. Ну да, фармик крипов и то, чем бы не. Скайп подевыше. Может, не догоном фармик крипов? И все, и назад, правильно, терпильная игра. Нельзя так далеко за свою реку-то заходить. Нихера себе. Какое это наглость за свою реку заходить. Нет, надо терпеть. Мы не выиграем так, если мы будем слишком много драк выигрывать. Нет, больше терпимости. My thoughts.
что вы, господа, нет. Это нельзя драться. Видите, вот они на меня напали. Я чик убежал, как чмо последнее. Никого не убил. Нельзя драться. Драться это для слабых. Вот это вот 21-19, которое уже 5 минут счет не меняется. Это слишком. Вот это вот соревнование с аппаратом. Зачем я буду сейчас ультить, когда наши дерутся? Я лучше ультану. I have one purpose for being. Your top tower has been destroyed. Jackie Leggett, I run. Yes. Блять. Просто как со шлюхами маленькими играет с нами. Спасибо, блядь. Маленькие шлюшки. Причмокивая сосуд писю. My words into the mind, but not the ear. Set aside for now. А Пуджа так и не били. А вот же он. Ну что вы, нет, мистер Сларк. О чем это я? Прыгнуть за Пуджом, Сларк, побежать за ним? Нет. Извините, я забыл, что мы не деремся в этой игре. Ой, Рубик, нет, что ты, Рубик, ты же подставишься. Тебя же могут убить. Мистер Рубик. Как же это? Мы подрались. Стойте, мы подрались, мы убили двоих. Ничего себе! Реально что ли? А я думал, мы до конца дней будем так играть. Dire structures have been fortified. Murder spree. The enemy's middle tower has dominating. Double kill. Another dead. Hear my thoughts. Mega kill. Слушайте, а в этой игре реально можно чужих этих убивать? Я просто не уверен. Тут героев вообще надо убивать, нет? Просто вот, судя по тому, как эта игра идет, я сильно сомневаюсь. Вот не зря я сомневался. Вот видите, я пытался убить героя чужого, и за счет этого я умер. То есть, если бы я не пытался этого сделать, я бы не умер. И, соответственно, счет был бы не 12-2, а 12-1. А это значит то, что я делаю все неправильно. Вот если бы счет был 12-1, это же явно лучше, чем 12-2. Мы же правильно на убывание играем. То есть, смертей-то должно быть меньше, чем убийств. Я так понимаю. Может, просто я еще не до конца разобрался в этой игре. Возможно, не до конца разобрался, еще нет. Долго просто не играл, наверное, правила уже изменились. Но я думаю, то, что мы неправильно сделали. Вот они, у них на единичку прибавился фраг, а у нас аж на 8. Я считаю то, что это как-то, ну вы понимаете, да, нехорошо, нечестно с нашей стороны, что ли. Поэтому, наверное, надо исправлять это. И вот аппарат фармит крипов. Кстати, это аппарат на крипов не работает. Она работает только когда взрывается. Соответственно, денег ему все равно с них нету.
Ну как он, он типа идет. А где мне фармить? А, наверное, вместе с аппаратом. Мистер Аппарат будет доволен, если я смогу фармить грибов. Anyway, congratulations, сказала Gladys, мой любимый комментатор Gladys. Ну, аппарат явно он... он меня, скорее всего, зарепортит, зная его нрав. Но он же понимает то, что мне до этого не хватает. Совсем чуть-чуть. 200 буквально монеток не хватает мне до... Красного посоха, как мы в первой доте называли. Синий посох, красный посох. И все, и отходим. Дальше своей реки нельзя. То есть, хотелось бы, конечно, пойти пофармить вот эти вот голду добить. Может, может рискнуть, как вы считаете? Я вижу двух противников на миникарте, то есть... Но их трех вижу. Значит, их там вряд ли трое. Их там двое максимум. И один в нашем лесу. Попробуем сейчас сделать то, что мы делали до этого, то есть, но при этом не умирая. Я как бы не уверен. Че у морфа по хп? 200. Есть. Линкин сфера у морфа. У морфа линкин сфера. Слушайте, а... Мне не хватает, короче, немножко монеток до этого. Ну да, да. Почему бы вам не побить именно того, кого бы я? Мёрдер спри, видите, зверь. Зверь. Не просто ж так его будут звать зверем, правильно? Зверь. О, смотрите, мека на 47-й минуте. Тайминговая, тайминговая. Ну, я, конечно, не сильно разбираюсь. Возможно, сейчас... возможно, сейчас... Самое время. Новые стандарты какие-то в доте. То есть мека вот это. Вот у меня, например, довольно мало хп. И мека мне, в принципе, пригодится. Вы как считаете? Наверное, пригодится, да? Мек. Ну вот не уверен. Вот 1400 хп и там мека, короче. Ой, а у меня КД на ульте. Это непорядок, непорядок. Мы пытаемся снести сторону, а я иду не в ту сторону. Я делаю неправильно. Я определенно делаю неправильно, потому что я забыл на какую кнопку, я назначил новый догон. Ну, сейчас-то я помню кнопку, поэтому я заберу вот этот фраг себе, потому что я считаю, что я спас Рубика, и я имею право, как бы, на этот фраг. Вот. И теперь у меня нет маны. Что делать в этой ситуации? Сказано где-нибудь? Что делать в ситуации, когда у тебя кончилась мана? Юзать Блинк Даггер, очевидно, для нее теперь не нужна мана. Кстати... Забавное нововведение. Для Блинк Даггера. 15 стиков юзать, точно. Для этого надо было сначала арканы выложить, но я думаю, сейчас нам церемониться. Почему-то не получилось сделать то, что я хотел. Но тогда я по автоатачу трон. БГ написал путь. Ну, конечно, он слил мид, он отдал мне килл, а я ему не отдал при этом килл. То есть, вот, вот так вот. А слушай, а все это время он был на скайпе, оказывается. Смотрите, мы играли против пятерняшек. Я тоже хочу такой сундук. Ну, я хотел такой сундук, Керро. Рубик Керро. Ну, 13-2-10, а у них пуч. Я обогнал пуча по телам, смотрите. Он при этом нафидел 9 раз, а я всего 2. Но вот это вот ГПМ 320 и опыт минут 370, это такое
Так, слабенький показатель, я бы сказал, учитывая то, что у меня 13 киллов, но это потому, что у меня всего 60 крипов добито, это меньше, чем у Ancient Operation. Ancient Operation, в свою очередь, 5-4-10, то есть он тоже был в игре, и даже на скайпе первую половину игры. Но потом ему не понравилось то, что я, типа, хочу, чтобы он кидал ульт не в крипов, а в героев, и он решил не сидеть со мной на скайпе. Ну, наверное, я был неправ. То есть, мне многие говорят то, что я обсираю людей, с которыми играю, потому что я говорю, какие они хуесасы, то, что они все делают неправильно, но... видите, я тоже много делал в этой игре неправильно, много раз мазал станом. Профессиональные игроки, как известно, не мажут станами на них все. Что я еще делал не так? Наверняка что-нибудь делал не так. У меня есть такой сет на гуле. Кстати. Так. Чтобы вам интересно, я не играю на гуле, я не люблю этого героя. Я считаю его довольно неплохим керри, но тем не менее одним из лучших керри, на самом деле, считаю его. Ну, что поделать, что поделать. Похоже, на сегодня дота закончилась, мой напарник меня покинул, ушел в мир иной. Не знаю, может, в Хардстоун пошел играть. А вы там это на канал типа подписывайтесь. Я, возможно, еще буду играть в доту. Хочу сет на вингу, получу сет на вингу, отыграю на винге. Ну, я, скорее всего, еще и до этого отыграю на винге, потому что у меня маленький пул героев, и винга это в одном один из моих любимых героев. Так что поиграю на винге как-нибудь еще. Другой. А на ком я только что играл? На Никсе. Да. У меня много игр на Никсе. Не все из них удачны. Смотрите. Неужели игра с ботами теперь не отображается как поражение, с одной стороны, а с другой стороны, тренировочная игра по-прежнему отображается как поражение, если ты ливнул из нее. Какой это стоит?